перевел и озвучил Алексей Мокшин. Проект «Спортфаза». Есть талант, а есть навык. Подмена этих понятий является, пожалуй, самым большим заблуждением у людей, которые к чему-то стремятся, хотят чего-то добиться в этой жизни. Талант – это то, что дается тебе природой, а вот навыки – для них придется попотеть. Я никогда не замечал за собой какого-то особого дара. Все мои победы требовали от меня просто неадекватных усилий. Я доводил себя до физического изнеможения. Все идут спать, я работал. Все едят, а я тренируюсь. Легких путей просто не существует в реальной жизни. И неважно, каким бы ты ни был одаренным или обеспеченным. Поверь, все это рухнет, как только ты столкнешься с первой же проблемой, потому что ты не был в такой ситуации, ты не знаешь, что делать. Если ты не работал, если ты не убивался на тренировках, ты никогда не сможешь говорить на одном языке с людьми, которые тебя восхищают. Я все думал, что ж во мне такого особенного. И понял, наконец. Я готов умереть на этой беговой дорожке. Ты можешь иметь генетику лучше моей, можешь быть умнее меня, но если мы с тобой побежим на перегонки, возможно только два сценария. Ты проиграешь, или я умру. Ничего страшного, если сейчас ты не там, где хотел бы находиться. Возможно, ты оступился, обидел кого-то, дал слабину, провалил какой-то проект. Так бывает. Не корите себя. Не ставьте на себе крест. Вы должны понять, друзья мои, что без поражений никак. Вы должны, мать вашу, проигрывать, потому что эти падения и есть краеугольный камень к успеху. И это не просто заезженные слова. Как бы ты ни был крут, насколько талантлив, как бы ни работал над собой, все равно будут ситуации, когда все будет идти наперекосяк. В любой момент тебя может так шибануть, что земля поплывет под ногами. Вера. Я должен верить, что когда все плохо, я могу это изменить. Джим Брэддок. Ты должен сохранить веру. Ты должен верить в себя. Должен верить в свои силы. Должен верить в то, что делаешь. Должен придерживаться своих принципов. Ты обязан сохранить эту веру. Эта вера даст тебе терпение. Это не произойдет так быстро, как тебе этого хочется. Это твоя мечта. Если ты хочешь чего-то, подорви свой зад с дивана и возьми свое. Если хочешь добиться чего-то, тебе придется вырваться на поверхность и разорвать всех клочья. Взываю к тебе, не впадай снова в спячку, не откладывай снова все на потом, бей, что есть силы, и прорывайся к своей цели. Они не боги, такие же люди, как и ты, а значит, их можно побеждать. Главное не опускать голову. Тебя не сломить!